Русская народная сказка «Каша из топора». Старый солдат шел на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошел до деревни, постучал в крайнюю избу. «Пустите отдохнуть дорожного человека!» Дверь отворила старуха. «Заходи, служивый! А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего?» У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. «Ох, добрый человек, и сама сегодня еще ничего не ела, нечего». «Ну, нет так нет», — солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. «Коли нет ничего иного, можно сварить кашу из топора». Хозяйка руками всплеснула. «Как так из топора кашу сварить?» «А вот как! Дай-ка котел!» Старуха принесла котел. Солдат вымыл топор, опустил в котел, налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. Достал солдат ложку, помешивает варево. «Попробовал!» «Ну как?» — спрашивает старуха. «Скоро будет готово», — солдат отвечает. «Жаль вот только, что посолить нечем». «Соль-то у меня есть, посоли». Солдат посолил, снова попробовал. «Хороша, ежели бы сюда да горсточку крупы». Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы. «Бери, заправь как надобно». Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может. «Ох, и каша хороша!» — облизнулся солдат. «Кабы сюда да чуток масла, было бы вовсе объеденье». Нашлось у старухи и масло. Сдобрили кашу. «Ну, старуха, теперь подавай хлеба, да принимайся за ложку. Станем кашу есть». «Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить», — девица старуха. Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает: «Служивый, когда ж топор будем есть?» «Да вишь, он не уварился», — отвечает солдат. «Где-нибудь на дороге доварю, да позавтракаю». Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и каши поел, и топор унес.